Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Epica 2007 года выпуска. Двигатель 2,5 литра, передний привод, коробка автомат. Пробег на автомобиле 171 тысяча километров. Заменю на нем масло в коробке. Поднимаю автомобиль, а сначала открываем капот и добираемся до щупа. Чем хороша эта коробка, у нее есть щуп. Снимаем вот этот воздуховод, отодвигаем назад. И вытаскиваем из корпуса воздушного фильтра. Вон он, наш щуп. Прикручен болтом головка на 12 зеленого цвета. Откручиваю. Вот он щуп. По щупу масло пол уровня, но двигатель и коробка прогреты. Ну и грязная уже. А теперь поднимаю автомобиль и сливаем масло. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот пробка у нас смотрит на лыжу. Здесь отлив коробки. Тут его хорошо видно. Только либо узенький накидной ключ, либо рожковый ключ на 24. Ну, пробка не затянута сильно, поэтому откручиваем ее. Вот такой экран сделаем, чтобы не заливало. Ладно, сливаем. Слилось масло где-то около 4 литров примерно. Сейчас опускаю автомобиль, заливаю 4 литра, прогоняю его, завожу, прогреваю. После этого поднимаю и опять сливаю. Опускаю. Поставил воронку, заливаю масло. 194-01-84, номер для заказа.
Или же оригинальный номер, вот здесь еще один, 931-65-414. Это Dextron 6. Заливаю 4 литра. В общей сложности заменим 12 литров, взяли. Сейчас заливаю 4 литра, закрою щупом, заведу, прогоню ее во всех режимах, прогрею, подниму и тоже сливаю. Масло залил, даже не буду закрывать щупом. Так, воронку я ставлю, она плотно в отверстие входит. Завожу, прогреваю. Завожу автомобиль. Что-то коробка так грубо включается. Вперед нормально, а назад грубое включение идет. Поднимаю и сливаю масло. Ну что, сливаю еще раз. Третий раз я уже показывать не буду. Все, третий раз слил масло. Масло само по себе по цвету немножко темноватое, оно не светлое, но то, что сейчас сбегало, оно уже гораздо чище, чем то, что было. А то масло прошло 65 тысяч. Ну все, опускаю автомобиль, заливаю и выставляем уровень. По цвету масла какое. Выливаю 3,5 литра, а дальше уже подгоняем до уровня.
Я специально отлил. Здесь вот чуть больше, 550 грамм. Я коробкой подпирал воронку. Ставлю щуп. И запускаю авто. Заднюю передачу жестко включается. Вперед нормально, а назад жестко. Так, ну что? Сейчас у нас температура коробки порядка 45 градусов. Можно заглушить, проверить на этом уровне, потом догреть ее до 70, там можно 70-75, пощупаю, есть метка, и проверить уже по ней. Уровень масла меряется на заглушенный двигатель. Ну, видно, масло чистое по сравнению с тем, что было. Но все-таки 12 литров. Это есть 12 литров. Но температура 75 максималка. У меня еще 75 нету, она повыше. Заведу, прогрею и померю на 75, как будет. Запускаю, грею. На холостых как бы не грел, я не могу коробку не могу нагреть больше, чем она. Вот 52-53 градуса коробка, температура 54. Пятьдесят четыре-55 градусов получается где-то температура. Выставим по среднему значению. Но она по максимальному еще не дошла до 75. Перелива нет, но маленько масла я откачаю.
200 грамм масла хватило, в принципе, чтобы подогнать под уровень. Ставлю на место щуп и закручиваю его. Все, щуп я прикрутил, устанавливаем на место воздуховод. И на этом все. Замену масла в коробке я закончил. Всего вам доброго.